силы природы. Мы стараемся их сбалансировать и тепло одеваемся в холодную погоду. Берем зонтик, когда идет дождь, и наносим защитный крем от палящих лучей солнца. Естественно, что в зимний холод, изнуряющую жару или проливной дождь мы избегаем нахождения на лоджиях и террасах. Но с другой стороны, что если бы вы могли превратить террасу в такое место, которым можно было бы наслаждаться каждый день в году? Что если бы вы могли сделать из вашей лоджии дополнительную комнату, которая значительно увеличит площадь вашей квартиры? Что если бы вы могли сделать и то, и другое, и в то же время улучшить фасад вашего здания? Мы в компании «Лумон» производим на заказ остекление лоджий и террас, а также подходящие для них ограждения. Являясь финской компанией, мы знаем, что значит изменение погоды. И мы понимаем, что для защиты от сил природы нет короткого пути. Именно поэтому мы уделяем особое внимание надежности, дизайну, простоте в использовании и хорошему обслуживанию. Высокое качество изделий компании «Лумон» является результатом многолетней работы по проектированию и разработке. Наша фабрика, которая расположена в юго-восточной Финляндии, на сегодняшний день является самым передовым в мире предприятием по производству изделий для остекления. Каждое изготавливаемое нами остекление для лоджии или террасы измеряется на месте и производится здесь, опытными профессионалами и с учетом пожеланий заказчика. Для нас большая честь, что более 1 миллиона человек выбрали «Лумон». И это делает нас одним из ведущих мировых производителей остекления. Наша продукция стала частью современного городского пейзажа на многих объектах в Финляндии и за границей. Убедитесь сами в том, что делает нас особенными. Обратитесь к вашему местному представителю компании «Лумон» уже сегодня.